Объединились и вышли на субботник, привели в порядок своими силами двор, в котором сами живут, отдыхают и гуляют с детьми. Жители дома номер 70 по улице Агибалова не рассчитывали на подарок, но активность сыграла им на руку. И вот заветный сертификат на установку системы видеонаблюдения. Это даже неожиданно, мы не старались специально этого делать. Мы еще в администрации железнодорожного района так пошутили, говорю, ну мы выйдем на субботник, вы нам хотя бы чернозем, вот газоны надо нам подправить. Сказали, да, сколько выйдете, столько ведер чернозема и дадим. А тут, получается, у нас такое счастье свалилось. Это уже второй двор, который получил сертификат. В каждом районе выбраны свои победители. И даже в условиях непростого бюджета средства будут выделены до конца года. Конкретно в этом дворе стоимость составит 4 миллиона рублей. Даже в условиях сложного бюджета мы такие деньги находим. Отдельно хочу сказать, что такие дворы попадают в программу создания комфортных условий, комфортной городской среды. Впервые, я уже много раз говорил, еще раз повторюсь, впервые государство обратило на это внимание на самом высоком уровне. И наша область получила вторые по объему деньги после Татарстана. Это опять же заслуга Николая Ивановича Меркушкина. Мы видим сегодня великолепное объединение людей. И люди понимают, что объединившись вместе, они могут достичь результата. И вот те результаты, которые достигнуты уже в нескольких районах города и врученные сертификаты, в том числе на установку видеонаблюдения, конечно же, это огромное поощрение. Видеокамеры сделают дворы безопасными. Информация на дисках будет храниться около месяца и лишь потом удаляться. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.